Всем привет, зрители моего канала и подписчики! Сегодня готовим с вами интересный рецепт. Быстро, просто, бюджетно. Это будут грибы в кляре. Их очень много рецептов, кляра тоже очень много. Один из вариантов приготовим. Может, кто-то забыл и не помнит. Напомню вам, вот так вот выглядит. Вообще обалденные такие вот, видите, слайсы, грибочки. Я надеюсь, вам там видно. Не видно. Вот, ребятки, вот так выглядит все. Такая тарелочка, это 4 шампиньона я делала. Получаются вообще такие сочные шампиньоны. Кто любит грибы, если вы не пробовали, возможно, вам понравится. Конечно, это не факт, но попробовать стоит. Хотя бы 2 там грибочка возьмете, приготовите. Сочная, ну просто обалденная. Ваш любимый соус и готовим. Все, ребята, смотрим рецепт. Приятного аппетита заранее всем. Смотрите рецепт. Будем приступать готовить это блюдо. Это такой рецепт совершенно быстрый. Если вы, конечно, любите грибы и не пробовали. А так, если пробовали, конечно же, отпишитесь, как вам вообще нравится или нет. Беру шампиньоны. Помыли их. Хотите, чистите. Я их не буду чистить. И необходимо их слайсами нарезать максимально, чтобы у нас получилось это. Ну, там, смотрите, не знаю, как у вас будет получаться. Вот так вот необходимо, видите? Это такой рецепт, кто приветствует вообще грибы. То есть от них, от этого рецепта, как бы, другого ничего ждать не надо, ребят. Шампиньоны даже можно кушать сырыми. Так что не переживайте, что они не приготовятся. Ну, такой вид рецепта, то есть не любите, лучше тогда, не знаю, подумайте много раз, прежде чем делать. Такая закусочка, я ее люблю. Не часто готовлю, как-то вспомнилось. Иногда я стараюсь, наоборот, маленькие покупать грибочки. Ну, этот рецепт такие идут. Также по специям тоже можете класть все, что вы любите. Много разновидностей кляра есть, как его готовят. Ну, самое обычное сегодня сделаем. Даже не кляра, больше как панировка у нас будет. Итак, присолю грибочки. Даже с одной стороны только присолю и все. Чуть перчика. Такое, чтобы не был не сильно соленый вкус у них. Пишите ваши проверенные рецепты. Будет интересно почитать. Так, что еще, какие специи добавлю? Можно было паприку добавить. Но смотрю, у меня ее не оказалось. Так. Базилик можно в яйцо добавить. Ну, все тогда. Ничего не будем больше добавлять. Да, нет, паприки. Соль, перец, все. Максимально сегодня быстро все. Затем понадобится одно яйцо. Нам его необходимо взбить вилочкой. По количеству, смотрите, сколько там у вас грибочков будет. Тоже, видите, сюда соль тоже кладем. Из-за этого я говорю, что не надо много соли. И сюда мне хочется добавить это базилик. Немного стараемся, да, как бы не сильно много. И обычно вилочкой сейчас все смешаю. И мука также понадобится. Все смешиваю. Ну, сбалтываю яйцо это. Сюда также добавим сейчас немножко соевого соуса. И не удивляйтесь, девчонки, майонез. Вот столько. И немножко майонеза. Ну, сколько? Немного. Ну, так где-то, я думаю, будет достаточно. И соевый соус тоже соленый. Видите, такой. То есть, поэтому грибочки можно слабо солить. Все, девчонки, у нас этот такой кляр готов. Видите, какой он некрасивый, но ничего страшного, это на вкус не повлияет. Мука также понадобится. Сковородка разогревается, и сейчас будем с вами жарить. Все, разогрела сковородка, и максимально берем быстро вот эти грибочки в муку их. Я знаю, некоторые их обваливают крахмале кукурузном. Напишите, как вы делаете. Знали вообще такой рецепт? Приветствуете такое? Или категорически вам не нравится?
Некоторые, знаете, еще как делают? После того, как вот это в яйце, в сухарях, ну, сухарики панировочные. Мне самое больше нравится вот так обычно, то есть огонь средний. Кто любит грибочки, вообще это интересный такой вкус, закусочка. Ну, там пишите свои проверенные рецепты, что-то приготовим. И, конечно же, это лучше делать, когда грибочки такие среднего размера. И кто любит грибы, поскольку не все любят. Огонь большой не делайте, на среднем огне будем обжаривать. Все, девчонки, все вот так вот выкладываю. И вернемся с вами уже, когда будем пробовать. С двух сторон, естественно, будем обжаривать. Все как всегда. Ничего нового. Как говорится. Все, хотите вилкой вот это вот доставайте, скляра. Мне проще так, быстренько все повыкладывать, да и все. Такой сегодня быстрый рецепт. Очень легкий. Вот такой простой. Все, ребятки, жарим. Когда уже зарумянится с одной стороны, переворачиваем их на другую сторону. Еще нет пока. Огонь не делайте сильно большой, средний. Вот этот можно уже. Вы все знаете и так, что вам говорить. Ничего такого нового не скажу. Все, ребятки, жарю, все пережариваю. Все, девчонки, все уже пережарила. Готовится буквально 2 минуты. Больше разговоров, как говорится. Смотрите, какая красота получается. По виду и не скажешь, да, что это грибочки. Готовится быстро, просто, все как мы любим. И бюджетно. Понадобилось всего сколько? 4 грибочка. Но вы можете взять и побольше, как хотите. Попробуйте на маленькую порцию. Вот такая красота. Еще, правда, горячие. Как вам показать? Какой покрасивее? Давайте посмотрим. Видите? Все проготавливается. Они вкусные, особенно с соусом, который вы сделаете, там, допустим, какой-то сметаны с чесночком. Как хотите, можете так кушать. Есть такой, знаете, соус терияки, вот это тоже классный. Но они такие, видите, как получаются. Кто любит на мангале грибочки, примерно такие. Они не пересушенные, сочные. Ну, обалденные, девчонки. Вот в разрезе какие. Пытаюсь вам показать. Не знаю. Хороший, классный рецепт. Вообще, как закусочка. Кто не готовил, попробуйте приготовить, может вам понравится. Все, девчонки, всем пока. Хорошего настроения. До следующих видео.